мои дорогие! Меня зовут Оксана, и это видео посвящено сумкам. Кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал. Присоединяйтесь, мои дорогие друзья! Видео сегодняшнее про сумки, про те сумки, которые я ношу. Покажу вам свои новые сумки, да, и что сегодня вы увидите в этом. Соберу несколько аутфитов, покажу, как эти сумки вписываются в мой базовый гардероб. И, конечно, я жду вашего оценочного мнения в комментариях. И, конечно же, в гардеробе должна быть обязательно большая сумка. Большая сумка для каких-то поездок, для большого шопинга, для того, чтобы как-то путешествовать. И, конечно, идеально, если эта большая сумка будет вписываться по цветовой гамме в ваш гардероб. Еще больше идеальный вариант, если эта сумка имеет себе пару. То есть вот тот тренд, который на сегодняшний день существует, а именно парные сумки, мне очень импонирует. Я очень люблю в каком-то одном стиле, да, держать именно аксессуары. И именно вот две сумки в одной цветовой гамме, из одного оттенка, из одного материала, но разные по назначению, разные по размеру, в комплекте выглядят просто идеально, изумительно. И вот эта большая сумка идеально подойдет для того, чтобы брать ее в ручную кладь. Сумка имеет внешний кармашек, довольно-таки вместительный. И, как я уже говорила, имеется вот такая шлица для крепления к багажу, к чемодану. Есть дополнительный ремень из такой ткани. И сумка очень вместительная. Я уже положила в эту сумку вещи. Имеются кармашки. В общем, сумка классная, вместительная. Да, и есть внутренний карман на замочке. В общем, все как положено. Выполнена она из эко-кожи в таком интересном оттенки, принт очень интересный. Да, на сайте был оттенок и черный. В комплект к ней идет сумка, даже я бы ее назвала сумка-бади. Можно ее носить именно вот через плечо, можно носить и просто на вот таких маленьких ручках. Сумка идеально и как самостоятельный аксессуар, как подходит идеально, и вот в этой паре выглядят они супер. Мелкая сумка, я ее назвала мелкой, но уж не такая она и мелкая. Очень интересная, и оказалось лучше, чем я ожидала. Ручки имеют вот такой плетеный стиль. Имеется желтая фурнитура. И очень удобное расположение самих карманов. То есть центральная часть на замочке, фурнитура очень хорошего качества. И боковые карманы на магните застегиваются. Можно положить кошелек или какие-то другие, возможно, менее ценные вещи именно вот в эти кармашки. И вот замок. Внутри нет никаких... А, нет, обманула. Внутри есть карман. Тоже очень интересная фурнитура на кармашке. Обычный кармашек. И сумка вот так вот выглядит. Конечно же, классно иметь базовые сумки. В гардеробе должно быть несколько базовых сумок. Сегодня я вам покажу новую базовую сумку, которую специально я заказала для того, чтобы пополнить арсенал своих базовых сумок. Что в себе несет именно базовая сумка? Это, конечно, сдержанные ходовые оттенки, как я уже сказала. Это классическая форма. Это ее функциональность. Как правило, сумка базовая должна подходить под многие аутфиты, практически подо все, чтобы вы не одели, для того, чтобы использовать ее ежедневно, на работу, для каких-то, может быть, выходов. Вот именно базовые сумки просто необходимы. Есть у меня несколько оттенков базовых сумок. Вот ежедневная, базовая и классическая сумка, она должна быть хорошего качества. Сумку, которую я заказала, мне очень нравится. Она имеет сочетание оттенков абсолютно базовых. Можно использовать как и серый оттенок в одежде, так и черный оттенок в одежде. Базовая сумка, очень хорошее качество материала, просто
Можно ее, конечно, перепутать с натуральной кожей. Она очень мягкая, оттенок серого очень приятный и тоже очень-очень мягкая кожа. Фурнитура черного цвета, металлическая фурнитура. По бокам у этой сумочки имеются вот такие мини-кармашки. Они даже не мини, они вполне полноценные, кармашек. Можно положить ключи. Даже телефон сюда поместится. Практически моя рука туда помещается, ладонь. Имеется также длинный ремешок, который также можно регулировать. Можно отстегнуть этот ремень. Я, конечно, буду одевать эту сумку именно вот с длинным ремешком. Но, кстати, вот эта сумка, она очень элегантно выглядит и без длинного ремешка. Этот ремешок тоже отстегивается. Можно ее также, как и функционально, как клатч, брать с собой. И внутренняя часть этой сумки тоже очень хорошо выполнена. Да, имеется также кармашек внешний с такой хорошей фурнитурой. Но сумка эта, конечно, выглядит дорого, дороже, чем она стоит. Сумка пришла очень хорошо упакована. Да, девчонки, все сумки пришли вот в таких мешках, хорошо упакованные, набитые именно целлофановыми такими пакетами. И давайте покажу я, как эта сумка выглядит изнутри. Очень хорошая, качественная подкладочная ткань. Имеются кармашки, даже имеется вот такой вот логотипчик. И имеются кармашки, как я уже сказала, распределитель сам тоже на замочке. В общем, сумка функционально очень удобная и как базовая просто идеально. Видите, она мягкая, она очень мягкая. Кожа действительно похожа на натуральную. Действительно, вполне можно спутать ее с какой-то дорогой сумкой из натуральной кожи. Сумка абсолютно базовая, абсолютно удобная, подходящая для удобного, комфортного ежедневного использования. Как я уже сказала, обязательно в гардеробе должны быть и кроссбоди сумки. Это маленькие сумочки, которые также функциональны. Видите, эти сумочки очень удобны для хранения кошелька, телефона, возможно, маленький планшет может поместиться в эту сумочку. Те забавные сумки, которые я в этот раз заказала, они такие хулиганистые, бы я сказала, и они, скажем, на грани какого-то зимнего сезона. Я, конечно, придерживаюсь того, что сумки из искусственного меха, из натурального меха, конечно, это зимние сумки. В общем, вот такая вот кроссбоди сумка необычной формы, выполнена из искусственного меха, очень похож на шиншиллу, очень мягкий, хочется трогать и трогать. В комплект шел вот такой ремешок, который вот так можно прикрепить. И я, конечно, эту сумочку ношу в качестве клатча. Такой забавный клатч в качестве кошелька. Классно. Она также на магните. Два магнита. Хорошо застегивается. Внутренняя часть хорошо тоже выполнена из качественного подкладочного материала. И имеется также вот замочек. Она довольно-таки вместительная. Вполне сюда поместится и телефон, и кошелек, и расческа, помада. В общем, все, что необходимо нам, девочкам, может пригодиться в любой момент. Вот такой дизайн интересный. И сумка действительно забавная. Она широкая довольно-таки. Видите? Мех просто хочется трогать и трогать. И она плотная, она твердая. То есть она не хлюпкая такая. В общем, интересная форма у этой сумочки. Да, можно и в эту сторону прикрепить именно ремешок. Вот этот можно этот ремешок прикрепить и как в качестве, сейчас я вам покажу, в качестве вот такого короткого, да, ремешка. Тоже очень забавно, кстати, выглядит. Вот в этом варианте. И вот эти забавные сумки кроссбоди рыжего оттенка с таким белым оттороченным мехом искусственным классно подойдет в стиле с джинсами. Она действительно
на первый взгляд кажется очень мелкой, но она очень вместительная. Она имеет регулятор застежки на ремне. Ее можно носить только как кроссбоди. Сумка очень забавная, очень интересная. Застегивается она на магнит. Так вот, магнитик. Также была она укомплектована вот таким вот пакетом. Как видите, сумка довольно-таки вместительная. Внутри тоже имеется кармашек, не все так просто. И имеется такая подкладочная ткань. Также длина этого ремешка регулируется именно вот таким образом. Отстегивается и на нужный размер фиксируется. Такая вот забавная сумочка. У меня часто спрашивают по поводу цены. Есть, конечно, ценовая категория вот этих сумок. Невысокая, да, скажу, я эти сумки нашла на Novshik сайт. Кто не знает, и можете зайти посмотреть. Ценовая категория, как я уже сказала, невысокая, отличное качество, огромный ассортимент, огромный выбор. Того, что предлагает этот сайт, просто невозможно все просмотреть. Там можно найти сумки на любой вкус, на любой возраст. На любые цели какие-то можно приобрести сумки. И, мои дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось видео. Пишите, какой аутфит, какая сумка вам понравилась больше. Заказывали ли вы с сайта Novshik что-либо? Я заказывала, кстати, там и обувь, и сумки. По поводу одежды я как-то не рискую делать там заказы, кстати, с Novshik. Я заказывала, можно много декоративной косметики и просто уходовой косметики. Там тоже огромный ассортимент. Можете зайти посмотреть. И я жду ваши впечатления в комментариях. Пишите, я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем пока-пока.